Привіт, друзі! Телеканал «Миколаїв» представляє програму «Стоп-кадр» в студії Ані Тарашевська. Хто цікавиться Діксі і чим джаз приваблює серця людей? Про все це в нашій сьогоднішній програмі. Концерт, щоб зіграти на кларніт, треба вивчити і кончелену, і швидку частину. Діксіленд – це джазове направлення. І у нас в Миколаєві Діксі ніхто не грає. Здесь сидят люди, которые связаны любовью к музыке. Пришли те, кто любит музыку. Это направление. Сьогодні, друзі, ми з вами продовжимо знайомство з Народним духовим оркестром Миколаївського обласного палацу культури. Цього разу ви зустрінетесь з колективом «Миколаїв Діксі Бенд», який спеціально приїхав до нас в студію, щоб продемонструвати своє музичне мистецтво. Мы представляем музыкальный коллектив «Миколаїв Діксі Бенд» во главе с его художественным руководителем Андреем Черновым. И вы на себе, друзья мои, сможете ощутить силу их обаяния. Парни, здравствуйте! Телезрители, посмотрите, какой у нас сегодня музыкальный десант. Женщины, трепещите. Андрей Васильевич, будьте добры. Спасибо, что вы приехали к нам, несмотря ни на какие трудности. Я знаю, что это достаточно сложно приехать к нам, но все-таки вы приехали. Андрей Васильевич, несколько слов о вашем коллективе. Ну, в нашем коллективе, собственно говоря, я оживил это направление, потому что здесь... В коллективе люди, Карпов, Александр Александрович, махните головой. Да, Горницкий, Вильюлич и Шведерский, Петр Александрович, они занимались по жизни вот этим направлением Дикси. Я просто возродил эти традиции. Вот, потому что это, для тех, кто не знает, Диксиленд – это направление, джазовое направление. И у нас в Миколаїві Дикси никто не играет, в области тем более. Вот, и хотя вот сейчас будет фестиваль джазовой музыки, до нас не доводили, мы там не участвуем, но спасибо вам, что вы нас пригласили тоже на ваше мероприятие, мы покажем, как звучит джаз в стиле Дикси. Друзья мои, джаз в стиле Дикси. Если вы еще не слышали, то слушайте. А если уже знаете, как это звучит, то я думаю, что вы получите огромное удовольствие. Андрей Васильевич, что вы сейчас исполните? Вашингтон. Вашингтон. Господа, вы были в Вашингтоне? Нет? Поехали. Thank you.
Здорово. Я в Вашингтоне не была, но, судя по вашей игре, это очень волшебный город, друзья мои. Наверное, надо ехать в Вашингтон после эфира уже. Андрей Васильевич, направление Дикси. Почему вы сказали, его никто не играет, кроме вас? Такое замечательное, светлое и жизнерадостное направление музыкальное, джазовое. Сложности в том, здесь один и ансамбль, и соло, вы видите, у всех есть. Да, я заметила, что солировали, господа, вы заметили, да, что солировали все музыканты нашей сегодняшней группы. К сожалению, не все могут прочитать это. Вот. Пытаются и сходят, ищут где легче. То есть Дикси – это все-таки работа, это сложно? Да, 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 да. Это как классика. Классика. Концерт, чтобы сыграть на кларнете, надо выучить и кантиленную, и быструю часть. Поэтому... А у нас, господа, сегодня музыканты, которые не боятся сложностей. У нас сегодня в гостях профессионалы своего дела. Андрей Васильевич, что вы сейчас будете играть? Рок и джаз на балу. Господа, я приглашаю вас на бал вместе с музыкантами Николаев Dixie Band.
господа, я не знаю, как вам, дорогие телезрители, но мне стоило больших трудов, чтобы не пуститься в пляс. Единственное, что удержало, что кавалеры заняты, потому что они все играли. Андрей Васильевич, вот потрясающее сочетание валторна, да, и вот это самое большое... Туба. И ударник. Это, ну, вообще, это так классно. Ну, так задумано теме изначально. Я никогда не думала, что духовой инструмент так и соло на ударнике, это так красиво. Да-да, поэтому он и женатый. От того, что он красиво играет, поэтому он женатый. Это вы на всякий случай, да, чтобы телезрители не, и телезрительницы не строили планы? Телезрительницы, стройте планы, всегда стройте планы. Андрей Васильевич, и в продолжении темы, что сейчас вы играете? Simmons All of Me. Или по-другому «Дипломат». Дипломат, да. Именно сегодня нам так не хватает дипломатии во всем, во всех сферах нашей жизни. Пожалуйста, Андрей Васильевич, дополните дипломатии.
Главное в дипломатии что? Главное в дипломатии мягко и вкрадчиво подойти, втереться в доверие, а потом бац, и решить все вопросы. Если можно, в двух словах, Андрей Васильевич, у вас здесь совершенно потрясающие люди. Один Велиор Юльевич, господа рядом, который сидит с Андреем Васильевичем, чего стоит, да, Велиор Юльевич, он мужественный человек, но все мужественные люди, все очень красивые. И два слова о ваших музыкантах. Здесь, во-первых, сидят люди, которые связаны любовью к музыке. Здесь деньги не играют роль. Везде платят, а мы на добровольных началах все это дело. Вот. И все пришли те, кто любит музыку. Это направление. Занимаемся, и если нравится народу, мы выносим на обозрение. Друзья мои, специально для вас любовь нашего сегодняшнего коллектива «Николаев Dixie Band». Андрей Васильевич, что сейчас играем? Сейчас будет «Четверо в космосе». Блок. Полетели в космос, господа, в космос. Господа, ну как в космосе, вас не укачало? Нет, смотрите, держитесь. Сейчас что, Андрей Васильевич, потому что времени у нас остается немного, а хотелось бы... Красавица и шейх. Друзья мои, красавица и шейх. Ну какой шейх без красавицы? Это невозможно. We'll be right back.
Сьогодні, друзі, ми з вами слухали джаз у виконанні музичного колективу «Ніколаїв Діксі Бенд», музиканти якого завжди готові дарувати вам радість і гарний настрій. Я, Аня Тарашевська, прощаюсь з вами. На все добре.